Я не знаю, видно это будет или нет. Очень необычный такой ролик. Ну, про это как раз разговаривали. Видимо, надо уменьшить маленько. То есть я не знаю, как правильно сделать. Ну, вот как бы так. Потому что я ближе сижу. Это я показал одно утро. Я имею возможность это посмотреть. Речь идет о времени. Я знаю, что бы я ни говорил, на меня сразу будут нападать люди, которые не ценят время, за которое перед Богом отвечать. А с них и спроса никакого уже нету. Если ты не ценишь время, а что остальное? У нас время крайне ограниченное в этой жизни. 70 лет при большей крепости, если ты как-то себя сохранил, правильно жил, то может 80, а бывает это чуть подальше. Но Мафусаил-то жил 969. 950 сколько Ной. Я показываю события. Девочка за стенкой заболела. Ну как заболела? Она не лежит, она ходит. И вот что-то температура рукой. Сказал, градусники бросьте, вы выброси. У нас в деревне ни одного градусника не было. Никто не знал температура. Никто не знал этого. Даже слова такого не знал. Сейчас градус, десятая доля градуса. Думаю, не можем жить без болезни. Болезнь обнимаем и целуем. Ее не надо запускать в себя, как Иванов еще говорил. Это, Паршек, как он себя называл. Порфирий. И что? Ну, сразу, видимо, вызвали сестру, которая медсестрой работает. И уже повезли девочку. Вполне возможно, что уже надо врачу показывать. Мы даже не понимаем, что с нами делается. И вот около часа, больше-меньше туда-сюда... Ну, не меньше почти часа. Машина просто стояла. Человек заблокирован. Называю блокировка. Вот где блокировка. Дальше она выходит с девочкой. Я тут включил, настроил и показываю. На улице видно. Вот она довела, девочка села, закрылась. Она машину уже сдвинула, развернула, куда ехать. Поставила, нету. Теперь по времени посмотрите, сколько. А если в машине там же сидела не девочка взрослая за рулем, а 10 человек, 20, разницы никакой нет. Я этого человека, который задержал, знаю 50 лет с лишним. Наверное, уже. Как перед Богом-то мы будем? Нас отец учил так. Если он заезжает кто-то, а ты должен ехать, и задержался, ну, я не знаю, там, секунды какие-то, он мог колотушку дать. Да что ты, холера, возишься, тебя люди ждут, ты, да ты что, ты выгонится из дома и... А это знает в своем доме, утром рано. Вчера уже, позавчера температуру там мерили, все это дело знает. Заранее приготовился, заранее позвонила, приехали, пообедали. Это не где-то там в приемной ждать. Дома в своей квартире. Еще столько-то времени тебя ждут. Я никого не называю. Кто знает, тот поймет, о ком я говорю. Причина какая? Страха Божия нет. Вот вы за этим посмотрите, где время у нас тратится. Говорят, время – деньги. Время-деньги. Ничуть не бывало. Деньги можно вернуть. Денег много-то и не надо, если по большому счету-то. Время. Драгоценнейшее время. Куда? В это время, когда сидят в машине, они ничего не делают, они не могут делать. Заблокированы. Они не могут. Они закрытые. Дома человек что там делает в это время? Я потом буду расспрашивать, я уже знаю. Или пироги начала печь, там блины. Что-то не убрала. Но причины всегда есть. И вот мы раньше едем в Потеряевку, и кого-то надо забирать, и говорят, на остановке я там-то буду ждать. Никогда не получится. То на остановке нет, то не та остановка. Поэтому собираться в одно место. С одного места. Всех без различия соберет суд Божий, когда будет внезапно раскроется земля. В одно мгновение ока. И все предстанут. Все перед Богом. А на земле не так. Надо приноравливаться. Надо смотреть. И вот я знаю, человек, уже кто-то уезжает, все сказали, он побыл у нас даже достаточное времени. Как только в машину сели, закрыли, за ручку открывает, что-то надо сказать. Прям ручку открывает, колеса жуют. А если нет, вот уходит человек, и обязательно через порог еще что-то остановиться, говорит, зима, холод дует, неважно, главное сказать. Главное, вот сейчас я хочу именно сейчас сказать. А когда был здесь, сидел полчаса, два часа, разговоров никаких нету. Как через дверь, так память
брызнуло в голову, в мозги. Что это такое? Мне это тяжело переносить. Я не скрываю, почему. Драгоценное время. Ты ничем не можешь заняться, пока человек не уедет. Я займусь только чем-то, начинаю, ну, что-то, к примеру, сказать. Писать, молиться, плохо слышу. Стучить в дверь. Зачем? Ну вот, ну были же сейчас вместе. Вы поехали, простились, помолились. Еще раз развернусь. Подождите, я забыла, побегу домой, что-то возьму. Эта жизнь-то нам дана один раз. И как мы играем этой жизнью. Вот эта трата времени, я сколько раз на это говорил. Там лишнее, здесь ненужное. Поливать начнут, вода мимо где-то течет и не смотрит. Лишь бы только включить. Какую-то работу надо дальше. Краник открыли, воды нет. Пусть открыто, как зажурчит, я зайду. А ее нет воды, забыла, журчит, куда-то ушла. А теперь соседи все 5 этажей проливают. Тех дома-то нет на квартире. Сколько беды. Нету воды, сразу плотно закрой. Уходишь, не надейся на включенные разные утюги. Они сами выключаются. Не надейся. Приборы сами выключаются. Не надейся. Выключи из розетки, выдерни. Из розетки выдерни. Вот тогда у тебя полный уже обрыв провода. Сколько этой беды было. У нас один включил, купил прибор, он немало стоит. Дает определенную температуру. В комнате стоят пчелы, определенная температура. Он раз выключился, или там где-то выключили на станции. Жару дали больше, пчелы не могут. Они все вылезли. Он приезжает весной, все пчелы дохлые, все до одной. Они толстым слоем вылезли, она температуру нагнала, там может градусов под 50. Пчела не может это выдерживать. У нее строгая температура, она крыльями машет, а куда махать будет? А дальше холод, прибор-то застыл, и вся пасека погибла, считай. Я буду все рассказывать, если это много получится. А как заранее помолиться и сказать, научи нас ценить драгоценное время. И как он замедлил, то задремали все и уснули. Это к этому не относится. Замедлил это Христос. 2000 лет еще не приходит, и все умерли, заснули. А вот когда бывает замедлил, промедлил где-то, и в это время он много зла наделает. Библия об этом говорит. Его послали там то-то, то-то собирать, а он замедлил. Ну и какой результат получился из этого? Вот интересно, Ульянов это понимал. Разбойник, грабитель, но самый настоящий губитель России, Ульянов Владимир, он знал. Промедление смерти подобно. Сегодня Дума только сложила полномочия, а другую не избрали. Никому не принадлежит власть. Старя нету, корона валяется. В это время восстание. Защищать вообще некому. Что штурмует Зимний дворец, этого ничего не было. Он умел это время тратить на что-то, знал. Но куда? Время везде надо спешить, кроме двух моментов, как я узнал. Не спеша молиться и не спеша считать Слово Божие. То есть все, где касается с Богом, который дал нам время. Хотя бы десятину времени мы должны уделять ежедневно для Бога. Это на молитву. Десятину отдать Богу во времени. Как Иоанн Златоуст говорит, Великий пост, это у нас 7 недель. Но суббота, воскресенье, а они не считаются постными, разрешается растительное масло. Остается 5 дней. 5 и 7 – 35. 7 недель. И 5 дней в неделю. 35. И 1 неделя – суббота. 1 суббота в году постная. 36. И с вечера до утра – 36,5. А что это? Десятина. 365 дней. Запятую перенеси. А кто это увидел? Златоуст. Иоанн Златоуст, Иоанн Секундович. Если мы хотим знать. К слову, я все к слову хочу сказать. Мне очень близок Иван Захарович. Какой? Иван. Ну, Иоанн Креститель. И отец у него Захария. Иоанн. А, вон как. Так вот так. Мы, ну, просто привыкли к этим выражениям, а они по-другому маленько звучат, когда в Библию-то заглядываем-то. Вот я скажу, у меня знакомая, я часто к ней обращаюсь за помощью, Мария Акимовна. А кто такая? Да Богородица. Отец Акимов, Мария Акимовна, по паспорту она Мария Акимовна. И вот если когда перевести на наш современный язык, оно как-то приближает, как бы, как в английском языке, приблизилось Царство Небесное, а у них переводится на русский язык, Царство под рукой, руку протяни и возьми. Я о времени хочу сказать. Человек, который поехал, он в этом не будет каяться. Тот, который ждет ее, ждет терпеливо. Его обокрали. Если обокрали на 10 минут, а 6 человек уже 10 и 6, 60 на целый час.
А если его часто не было, бывает в кабинетах где-то ждут, он ушел куда-то, то у нас везде кто-то кого-то ждет. Не надо ждать. Вот мы собираемся на благовестие. Сестры разнаряжены, все знают. Уже в машину садится, что-то забыли, нет, мы уехали. Я сразу трогаюсь с места. Она бежит, кричит, там что-то уже не, меня можешь не звать. Мы уехали, без тебя обойдемся. Сиди, свои дела делай. На следующий раз она уже на щеку, уже приехала. Вот почему шесть качеств лидера, а лидер это впереди идущий, лидер вести. Это американцы вывели. Я не раз уже говорил, некоторые не знают это. Вот бывало так, войну, говорит, убила капитана. Ну и в атаку повел сержант. А почему не старший лейтенант-то? Они стали исследовать. У него нет качеств лидера. А качеств лидера шесть. Первое, самое первое, воображение должно быть развито. Воображение. А какое воображение? Ну, ты вызвала машину, она сейчас подойдет, ты должна обуться, ключ взять в руки, на улице холодно, стоять здесь, все должны быть обуты, одеты, ждать. А если кто-то есть член семьи, они должны быть на улице, как у нас тут вызывали, и видеть, когда машина подъехала, быстро провести. Воображение, я еду туда, что скорее собирать, что мне потребуется? Телефон, зарядное устройство, страховое свидетельство. Я должен вообразить, как со мной будут разговаривать. Что главное для меня, если оставят там носки надо, тапочки взял. Но это я маленький говорю. А если дом строишь, надо воображать, где, какое место, если там вода, если там деревья, что ты думаешь сажать, где доставать материал, как строить, в какое время начинать, где огород. Все ты должен вообразить. Воображение должно быть. Ты решил делать революцию. Что будет дальше на Украине-то? Ну, скажи, умно ли сделали? Одного правителя убрали, а другой-то чем он лучше? Чем? Ну ладно, Витю убрали, Петю поставили. Что из этого изменится-то? Ничего. Мы-то остались те же самые. Надо вообразить, как дальше будет развиваться. Что главное? Нас уважают, нас считают сейчас великой державой. Из-за чего? В Сирии бомбят, больше ничего не сделали. В Чечне там поколотили сколько. Считают они потому, что уровень народа выше, лучше Бога искать. Нет, разные законы принимают, зажимают яровой там. Яровой, еще посев только прошел. Еще будет жатва. Лето прошло и жатва, а мы не спасены. Вот что будет еще. Тут все гайки закручивают, чтобы благовестия не было. Ювенальная юстиция при дверях стоит. Нас считают великой сейчас державой, с нами разговаривают. Я горжусь президентом. Это слова. Слова. Недавно показывает, как Петр Первый, кем был отравлен. А что у него было? Завоевать Персию. Нас бы по-другому уже теперь уважали, знали. Персию, а дальше наш Константинополь. Господь знает, отрезал жизнь. Павел Первый что хотел? Индию завоевать. Там сапоги, чтобы солдаты вымыли. Ту же жизнь Бог прервал. Безумие всегда есть предел. И в нашей маленькой жизни точно так же. Что мы думали? А что думать-то я ничего не знаю. Я не знаю, как говорится, видим фрагментарно одно событие. Я вот это вижу. А может они опоздали для того, чтобы не попасть под аварию? То я говорю только о времени. Не осуждая, к себе применить, как мы ценим время или нет. Где мы его тратим? Старые люди там в лото играли, в карты, что-то такое. Время-то нету. Один инок, смерть, он почувствовал, видимо, его сердце схватило. О, Чаво, помолись, один час помолись. Он подошел, отец его духовный, и говорит, сколько часов это было, сын мой. Я тебе каждый раз говорил, береги время. Смерть может подойти внезапно, неожиданно. И даже, Господи, помилуй, не скажешь. Не скажешь. Выстрел, обвал, взрыв, тем более везде газ топится, взрывает и летят дома. Время надо ценить. Я вот на примере на этом и хотел показать. Бегут машины сейчас рядом где-то. Это Ушление, это наша улица. Барнаул, город Барнаул. Как нужно ценить время. Сколько бы не было отпущено, все мало. Есть такой маленький рассказ, на чем он основан, может, на легенде. Когда Муфусаил умер, а жил 969 лет, и Господь его спрашивает. Муфусаил, тебе длинной показалась жизнь или нет? Он говорит, мне показалось, что я вошел в комнату в одни двери, там в другие вышел. Ничего ты не помнишь, как Шолохов пишет в Тихом Доне. Спроси старика, уже кровь заледенела, как в глубоком колодце. Что было? Из
там, в детстве поминают, а что-то не помнит, а детство помнит. Почему? Самое безгрешное время было. А хотел бы ты еще, Мафусаил, пожить? Конечно, Господи. А потом подумал, говорит, Господи, а что, помирать еще придется один раз? Он говорит, ну а как? Тогда не надо жизни. То есть страх расставания с жизнью, смерти, страшнее жажды жизни. Вывод какой надо делать. И надо ценить это. Тем более мы живем не 969, ну, 90, даже 96, в 10 раз и то не живем. Считается долгожитель уже. Живем-то мы, ну, куда меньше-то, Мафусаила-то. И так небрежно обращаемся со временем. Сколько на подъем, заправки разные, каждый день зубы там чистит, стоит, в туалете там сидит, журналы считает, пока, говорится, прямая кишка не высунется наружу. Ну, сократить это все можно. Вот только взяли, арестовали тебя, сколько на оправку дается? 2 минуты, все вылетело, не успел до следующего дня, а я отправлюсь в парашу, головой утопят там, по легкому туда ходить. Я видел это все. Время – это все. Мне Бог дал время на покаяние. Как я благодарен. Дал время на знакомство с Его Словом Библии. Дал время подготовиться и причаститься. Вот я 4 декабря 2016 года был причастником. У меня внутри свет и ликование. У нас везде, ну, видится свет. Люди приходят и совершенно незнакомые. И они видят свет, особый свет. Издалека едут к нашему селению. И над селом как сияет среди ночи радуга. Что это такое? Молитва. Вот сейчас слышатся звуки с неба какие-то, что? Я считаю, молитва святых, которые взяты на небо. Молитва предупреждающая. Грозный ангел трубит, может быть. Я когда на операции был, и вот они сейчас дают там это, наркоз через рот, там шланг какой-то, и все, я поплыл, ничего дальше не знаю. Они делают, режут позвоночник. Это очень сложная операция. Позвоночник, там сплетение всех нервов. А я в это время нахожусь в лагере, солнечный день. Мои ребятишки сидят на скамейке около, там, где играют они в тени с ручной, а белье сушат. И в это время подходят 2 юноши, белые-белые, и что-то рассказывают детям, и все улыбаются, сидят. Такие белые аж глаза слепит. А уже дальше я очнулся, вижу, я лежу в реанимации, подходит, который делал мне это, тогда был доцент, сейчас профессор Долженко Андрей, Дмитрий Андреевич, вот, ногу мне щипят, ну как, чувствуете? Я говорю, чувствую. И это, ой, как операция прошла, сложно. Там, говорит, 2 отверстия должно быть, где нервы выходят, а у вас одно, там сильное сплетение вместе. Вот я понял теперь, это все. Что я захватил с собой? Первое, что я подумал, говорят, сильно наркоз отбивает память. Я так не хотел, ну никуда не денешься, я как парализованный был, защемило нерв. Я давай наизусть считать по порядку Евангелия от Иоанна, 3 глава, и считаю, помню. Молитвы давай считать, помню. Стихотворение. Ни одно стихотворение не сбился. Ну, значит, не влияет. А может, наоборот, Господь на мне показал. Считай, божественная память твоя будет при тебе. Я начал о потере времени. А где больше всего времени вы теряли? Я не могу сказать. Я однажды забунтовал как-то. Прямо забунтовал. Как так? Спать 8 часов или 7? Да куда это годится? Это 3-й час жизни-то. И, ну, я не согласен с этим. И стал тогда сокращать время. Довел его 2,5 часа спать. Дальше не могу. Уже засыпаю на дороге. 2,5. А остальное время работаю, пишу, считаю. А потом встречаю у Елизарова, Костик Елизаров. Вот у него это же было 3 часа. Эдисон 3 часа, другой меньше. А Арсений Великий говорит, достаточно монаху 1 часа. Ну, это я не знаю. Но 2,5 я так и жил, 2,5 часа уходило на сон. А если надо тебе в 2,5 часа, тогда время сохранить, ну, остановись на полтора-2 часа, 2,5, допустим. 2 часа остановись, а потом среди дня, через 4 часа, откинься 10-15 минут, постарайся заснуть, сидя, только сидя. Все, прошло 5 часов, а 5 минут 15. В общей сложности 2,5 так и будет. Время это очень и очень неповторимое и ценное. И поэтому я с кем разговариваю, всегда люди смотрят, ну скажут, хвалишься. Но я повторяю, хвалюсь Господом, я сам не способен ни к чему. Пришлось такое сделать, что бы я ни делал. И все удивляются, это вы делали один? Да не один, везде люди есть, кто-то корм готовит, говорится. Вот сколько написать за 9 лет
41 книга за 9 лет, под 752 страницы. За эти же 9 лет 3467 стихотворений. Я повторяю. Вот я наработал на работе, один день отремонтировал 6 печей, а норма одна печь. Да как это так? Не знаю. Не знаю, Бог давал мне. Все время почти 300% была выработка, 280. На стройке. Каменщик, плотник, стекольщик, бетонщик. У меня выработка везде одинаковая, землекоп. Везде одинаковая выработка была. Почему я ценил время, не пил, не курил, и Бог давал силу. И мне, как Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Мне приятно это вспоминать. Вот надо встречать с вокзала. Я приезжал иногда 16 мест. 16. А что такое место? Место, которое я могу только поднимать. 25-30 килограмм. Я один. Я один, и дорога делает 3 пересадки в разных городах. Один. А как это может быть? Я не знаю как. Но я говорю, что это не на больших станциях, где я могу перенести с одного пути там на другой или от вокзала до дома. Перенесу, за следующими иду, перенесу. И никогда не считал, что это невозможно. То есть как-то к этому привык, в этой нищете быть. Вот мы живем за зиму, ну я не знаю, сколько потратили или нет, трое живем. Володя и Никита. 100 рублей потратили или нет за месяц? За месяц. Почему? Все свое. И все такое вкусное, все хорошее. Тыква, картофель, горох у нас есть, соленья разные. Володя делал помидоры, тут кто-то даст лук, чеснок, свекла, морковь каждый день. Ну, то есть, ну, иногда бывает, молоко перепадает, рыба. Ну, в постные дни, конечно, это не едим мы. Время, деньги. Сколько на кухне проводят времени? А вы сами готовите? Да, готовлю, когда никого нет. Я очень хороший повар. А какой? Все, что найду, все туда сыплю. А потом воды залил и рядом стою и считаю что-нибудь. Соли посолю немножко, маленько почти. Все там, и горох, и манка, и крупа, и вермишели, и рожки, все. И дня на два, на три мне достаточно этого будет. Каша. Суп не умею варить. У меня вода вся куда-то уходит и из кастрюли лезет. Приходится на две кастрюли. Разбухает так. Я к примеру говорю. В магазинах не бываю, не бываю. Последнее, ну я не знаю сколько, но, ну 30 лет примерно в магазине я не был. Ни разу, нигде, ни в каком. Ну, вообще не нуждаюсь ни в чем. Вот попробуйте так. Да к вам все покупают. А что именно мне покупают? Обувь мне не покупают. Одежду? А одежду бывает где-то там подсунут рубаху. Ну еще, если только, говорится, заплаты есть, могу надеть. А дальше я посмотрю на это. Питание там где-то. У меня все как-то Бог так дает. В магазинах не бывает. Комки вот эти маленькие, которые настроили-то, ни разу нигде не был. Ни разу ничего не покупал. Даже не помню такое. Если было там где-нибудь какой-нибудь капкан на крыс купил, так я не помню. Вроде раньше купил. Нету, я не нуждаюсь. Время. Никогда время не тратит. Только встал сразу же на молитву. Первые слова с кровати ноги опустил. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Все. Я вот умоюсь, когда полотенцем стараюсь не утираться. Бумажкой какой-то протер, все. Посуду также моем там, может, раз в месяц. Поели, чистой бумагой затерли. Мы не тратим воду ни туда, ни сюда. А у нас рядом живет человек, на него двое-трое воду носят. 6-8 ведер. К вечеру все выливает обратно. Это невозможно. Человеку немного надо, если ты умеешь экономить время. Время у себя цени и у других. Вот которые ролик этот смотрели вначале, видят, ничего не движется. У кого есть терпение? Я так и заглавлю, чтобы терпение было. Посмотрите. Повторяю, не сужу. Я рассуждаю, один фрагмент своей жизни взял. А что за этим воспоследствует, что я говорю, будет ли кто-то слушать, я не знаю. Но у меня же большое желание, чтобы люди экономили время. Они говорят, а как его экономить? Вот я показываю, как. Рассказываю. Рассказываю, как в Библии, как у святых, как лично у меня. Богу нашему слава во веки веков. Никого у нас тут дома нет сегодня, опять один. Так, мне надо посмотреть, не пришел ли кто. Так. Да нет, никого нету. А что еще тут? Да ничего. Надо шторочку поднять. Вот так. О! Вот теперь я могу снять. Где он у меня? Здесь не знаю, как тут делать-то.
где снимать-то? Вот. Вот мы находимся как раз у нас здесь. Вот я тут сидел на моем шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Стихотворение у меня есть такое. Вот все, посмотрел, какое время. А время вот здесь вот где-то есть. Вот бегут цифры. Я даже не вижу, где они здесь. Ну, 9 часов 48 минут. Только-только начало по-настоящему расцветать. Сделали замечание, вот я убрал. Вот одна фишка тут висит у меня перед столом. Теперь поставил вот такую вот. Эта речь касается телефона стационарного. Барнаульский, я в Барнауле живу. Как его показать-то, даже не знаешь. Пожалуйста. Какой у меня тут телефон? Телефон. Вот такой у меня 8-961-230-70-60. А этот телефон другой, стационар. 59-97, что-то не вижу. 24-38-46. Вот у меня здесь барнаульский телефон. А съемку вел вот с этого тренога. Володина место, а там Никитина. Все, отошел.